Сегодня в правительстве состоялась встреча с руководителями автономной некоммерческой организации «Евразийская интеграция». Обсуждалась программа дальнейшего сотрудничества. Второй этап деятельности организации в Приднестровье включает в себя строительство перинатального центра, бетонного завода и закупку новых троллейбусов для города Бендеры. В отношении этих трех мероприятий ранее велась работа. Работа велась на протяжении не одного дня, скажем так. Поэтому сегодня уже четко был обозначен предмет разговора и выстраивание алгоритма дальнейшего механизма реализации выполнения этих дополнительных трех объектов. Завтра эти же вопросы обсудят и в Верховном Совете. В программу также входит и поставка дополнительного оборудования в Приднестровский госуниверситет и аппарат УЗИ в Республиканскую клиническую больницу. Мы стараемся со всеми и ветвями власти, и со всеми действиями, существенными силами в республике согласовывать наши действия, чтобы понимать, что то, что мы делаем для Приднестровья, на 100% будет востребовано всеми, кто здесь живет.